нее в записях было, на фотках. Она сама догадалась. Вау, а там мини-бар. Это чикенжал? Ну да. На нем есть надпись. И голову откусывает свет. Пыньк, обратно закрылась. Да. Здрасте, приехали. Встречаем гостей, да? Ну, хватай. Хватай и беги. Что? Как? Что? Что? Ну, давай. Ну, можно заново придется работать. Не, ничего здесь нет. Хороши чекпоинты. Да, неплохо. Так. Даже пустой. Под водой есть проход. Но ты еще наверху не смотрела. Так. Или наверх доступа нет. Камеры. Камера. Ну, камера или что? Да, что-то пришла. Да, я знаю. Я думаю, надо идти под воду. Ну, да. Вроде. Что-то там слишком мощно светит. Где полнота? Где дыхание? Вот меня тоже немножко напрягло. Это был угорь? Ага. Розовый. Розовый. Почему кости плавают? Кости чё, реально плавают? По-моему, нет. Вкусняха. Воздушный карман! Ну да. Да не было даже этого. Там такой спёртый воздух. Что там его даже нету. Ну вот, он обниматься полез, она его так оттолкнула бессердечно. Зубастик. По-моему, милаха. Ё-моё. Прилетел, блин. Нормально. Ох, ну это так тупо. Вообще ужас. Сдохнуть от такого, если. Да зашибись. Нажимай, 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 нажимай. Че за жесть? Атас. Хо-хо-хо. Жестяк. Найти лагерь? Какой лагерь? Чей лагерь? Ну, лагерь, скорее всего, то, так же, как в предыдущих частях, просто костер. Вон, справа. Фитюлька, да, сбей ее. Сейчас убьем. Хи-хи! Еще три штуки. Ничего. О, а эту штуку можно сбить? Да. Скорее всего, да. Я убила оленя. Мне кажется, или всегда в Tomb Raider любили привязанных людей, привязанных трупов рисовать. Оу-оу-оу, осторожно. Не нравится мне эта штука. Что за? Веревка. Растяжка. Ого. Прикольно. Вот это опасно. Надо обращать внимание на такую штуку. А, в следующий раз меня... Я так легко не отделаюсь. Ой! А что там внизу?
Ничего хорошего. Да знаю я уже, как зацепляться. А вдруг? Вон я сколько в Assassin's Creed отбегал, пока не увидел наконец подсказку, как поменять стрелы. Опа, что это за звук? Ого, хреново. Кто-то решил просто взорвать. Да, Trinity использует взрывчатку, как обычно. Я заметила, из-за этого и толчки. Тут пирамида, я заберусь наверх. Офигеть, пирамида. Серьезно? Давай посмотрим. Пирамида прям почти точно такая же, как в Сокровищах Нации. Так. Здесь. Кажется, надо прыгать на кол. Мне кажется, надо вон туда прыгать. Ох. Опа. Быстрее, 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 быстрее. А. Так, отлично. И быстрее, быстрее, следующий. Офигеть. Забирайся быстрее. Да не торопи ты меня, елки-палки. Быстрее надо. Не раздражай, пожалуйста. Не нервируй. Не нервируй меня. Не нервируй, я нервная. Там за этой штукой ничего нет? Я хочу вон туда пройти. О. Что-то есть. Деревяхи. Древесина. Для изготовления бесшумных стрел. Бесшумные стрелы, обалдеть. Бесшумные стрелы, это, конечно, круто. Это, наверное, просто обычные стрелы. Только бесшумные. А еще дальше. Там видишь комнату, по-моему? По-моему, туда не дойти. Она, видишь? Ну, а дальше? Ой, что это за звук? Мне не нравятся эти звуки. А еще дальше? Эти продолжения обойти. Сейчас попробуем. Так, что у нас здесь есть? Опять горшок. Хорошо. Тут можно забраться наверх по платформам. Только надо найти противовес. Тебя плохо слышно. Так, понятно, сейчас... Сейчас будем без связи. Запчасти требуются для создания метательной взрывчатки. Ничего, я не успела прочитать. Улучшение оружия, может быть. Что-нибудь такое. Возможно. Так. Ага. Ага, разбежалась. Не, веревку видишь? Это фишка веревки. Ага, точно. Ну тогда... Блин. Это же упрощает задачу. Так. Чувствую я, мне надо дальше прыгать. А, противовес, видишь, тебе нужно наверх дальше. Да, так а... Надо тележку скинуть на вот этот. Да. И забраться наверх, запрыгнуть на тот верхний. Так, попробуем его толкнуть. Пока-пока. Да ты, может, побыстрее пойдешь? Наверх. А, ей пофиг. Ей пофиг. Вообще пофиг. Ясно. Попробуем сюда. Ага. Ну ладно, попробуем туда перебраться, если там есть куда перебираться. Спускаешься, да? Нет? Налево. На следующую платформу. А, нет, надо было подождать, нет, пока раскачается. Нет, нет! Куда? Чпок. А, бывают в жизни огорчения. К счастью, можно повторить. Да, скачаться к нему нельзя? Нет. Может, и зацепиться за что-то можно. Вроде нет. Ух ты. Да. Так, это мы больше не будем пробовать, да? Возможно, если долго зажимать пробел. Можно перепрыгнуть. О, оп! Отлично! Ой!
работал скрипт. Было видно, что она не это. Не успеет. Куда? Так, ладно, мне надо туда перебраться. Дальше будем думать. Ай-тять-тять. Я думала, хочусь. Надо за лесенку хвататься. Ну, лесенка. Интересно. Ладно. Быстро так. Погружает уровень. Блин, быстро. Мне нравится. Камп старой сборки, а все еще так. Давай, 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 давай. Ну куда? Твою мать. Нормально вообще. Не, не виновата, это она так сказала. Держись! Наверху фитилька. Наверху фитилька? Справа, видишь? Ага. Видишь? Три из пяти. Еще две где-то найти надо, короче. Вон там, слева прошла. Что-то можно было осмотреть. Да, вот. Книжки? Книжки. Восток. Мамский язык. Странные пришествия. Круто. Так. А чё там я и здесь ничего. Только трупы. Только трупы, да. Опа. И что там блестяшки? Да. Можешь туда брать? Сейчас мы доберемся. Хм. Вот только вот интересно, отсюда или нет? Да, отсюда. А, нет, не отсюда. Ты полезай на веревку. Юху! Смотрите, как я могу! Твою мать! Главное не смотреть вниз. Уи-хи. Отлично. Вот здесь спуститься можно, видишь? Да. Справа. Здесь что-то блестело. Внизу. Внизу блестело. Подожди, да, подожди. Дай мне посмотреть. Что у нас здесь? Ту-ду-ду. Опять. Только что у нас? Текст охраны луны. А, текст охраны луны. Хорошо. А, растяжка. Я вижу. А, не, не так. Эфка. Далеко пошла. Смотрите, я шерстачок. Ужасно. Ладно, давай посмотрим, что внизу, и, наверное, поднимемся обратно. Надеюсь, будет возможность подняться обратно. Если я смогу подняться, спуститься вниз. Выходи к краю, она должна уцепиться. Цепиться-то она должна. Только чуть-чуть правее надо взять. Не-не-не-не-не. Камеру ты разверни, так неудобно. Так в том-то дело, что я не особо ты развернешь тут. Ага. Ниже. Вниз нельзя нажать? Нет? Она двигается бок, да? О! О! Ура! Другое дело. Совсем. Чёртово, консольное управление, блин. Чёрт. Только если, наверное, в бок. Мне куда-то. Кажется, вперед надо. Еще ниже спустись. Если раскачать... Ой, куда? О, чуть выше. Да, ё-моё. Чуть ниже. Ничего, сейчас я запрыгну. Надо слегка... Ой, страшно. Баловато, мне кажется. Сейчас, вот. Запрыгну. Ха-ха. Даже дополнительно зацепляться не пришлось, заметил? Mm-hmm. Так, еще опыта прибавилось, окей. Здравствуйте. Ранец географа. Хорошо. Секреты найдены. Карта обновлена. Прикольно. Окей, ладно. Секретики, за то, откуда мы пришли? Да? Мы там что-то пропустили. Видишь, все-таки там наверх надо было забираться. Там были платформы. Ну, может быть, да. Фига, сколько всяких разных предметов можно собрать. Предметов просто тьма. При том, что
Почти ничего нету у нас. Так, ладно. Мне кажется, надо как-то обратно вот забираться. Наверх. Вот здесь прямо, видишь? Я прямо, в смысле, там куда пришла. Подожди, я просто осмотрюсь. Вижу. Спиться надо, главное. Ох. Страшно. Я уже и забыл, что она так может. Куда? Ты чего творишь? Учишь летать? Кажется. Я вижу. Ох ты, смотри, я оказалась наверху. Да, и сбросились, наверное, очки-то. Да вряд ли. Растяжка снова там, на месте. Чекпоинт. Штука такая. Ну что, обратно вниз спускаемся? Ну да. Прикол. Да, ё-моё. Издевательство. Изначально надо было камеру поставить ровно. О, нет, не так! Сразу камеру спиной ставь. А не лицом к обрыву, а спиной к обрыву. Окей. Только не получится. Ладно, прыгаем. О. Самый низ на максимум веревки. Чем длиннее у тебя веревка, здесь ничего нет. Тем безопаснее. Че, реально ничего нет? Реально ничего нет. Вот здесь. Ну, прыгай давай. Да только это. Да ладно! Я больше вниз не полезу. Хорошо. Там все равно ничего нет уже. Идем дальше. Растяжка. Вижу. Только я не ложись. Зачем ты так делаешь? Все равно шашлычок. Я F-ку нажала. F-ку надо нажимать только когда клавиша появится. F-ку сразу нельзя нажимать. Вот. Видишь, консольное говно. Просто жуть. Когда у тебя что кнопочек мало, кнопочек у тебя мало, и ты у тебя топор, там, я не знаю, разговор, эти всякие ножи, у тебя все на одной так, клавише. Ну что у нас? Гений. Маршрут, кажется, вот так там будет проходить. Оп! Ну что, страшно? Че это? Забай, да. Сейчас посмотрим. Не, фигня какая-то. И все-таки, что это за... Здесь вторая такая же. Возможно, тянуть ее надо. Нет. Стрелами ты связываешь обычно два катка. Опа. А вот так ты его тянешь, да. Так, платформа крутится. Да. Может быть, тебе надо что-то поставить на платформу, так. А потом уже крутить? Да, отойди ты уже. F-ка? Или Е? На что ты подошла? Да, на Е. Нет, не на Е. И в чем прикол? Вон, телега. Телегу-то я вижу, сейчас я ее подтолкну. Посмотрим, что будет дальше. Итак, ой. Поехали! Катись колбаской! Почему колбаска, если это тележка? Потому что мы в Питере. По малой спаске. А теперь давай посмотрим, что будет, если я буду крутить. О, инструмент. Я вижу. Что будет, если я буду крутить платформу вместе с тележкой? Что же будет? А, обалдеть, она крутится.
Прикольно, а зачем мне ее крутить? Давай посмотрим, что здесь еще есть. Сейчас я ее разверну, вон туда я хочу ее развернуть. Вот так вот. Не-не-не, куда пошла? Вот, вот так вот, да. Или нет? Не хотела ее вон туда развернуть? О, наверху маска. Запалил. Да. Отлично. 4 из 5. Я думала тележку вот сюда вот куда-нибудь. Думаешь? Нет, сейчас мне я попробую сначала столкнуть. Надо разбомбить вот эту штуку. Не, видишь, тут ограда. Возможно, надо еще раз спрыгнуть на ту. Подожди. Да что ты делаешь? Угу. Дай подумать. Ну, спрыгну я на ту. Ну, да, если допрыгну. Возможно, что-то произойдет. Как по мне, ничего не произошло. Застряла. Застряла. Ну, значит, наоборот, запрыгнуть на ту. Попробую. Вот на ту. Да. Так сначала мне надо вернуться. О, фига. Как про. О, нет! О. Ты сглазил! Я сглазил? Так, окей, ладно. Стоп, что? А, не, норм. А, тебя сразу направили, но так нечестно. Что это за жесть? Ты где вообще? Какое там направили? Трик-трик-трик-трик-трик. Часть развалилась, платформа застряла. Сразу. Платформа застряла, сразу так сходу. Давай, давай, погнали. Ну давай, ты можешь же прыжком. Так, тележка, тележка. Пробуем ее спихнуть, правда, я не знаю. Она может ее затащить в гору? Не, она, конечно, смахивает на Кинг-Конга с такими замашками, но она не думает, что настолько. А вдруг? В принципе, если так прикинуть... То что? То, может, сначала надо ее наверх подтянуть, тележку, а потом отпустить. Не тянет она. И она врежется вот в эту груду. Не тянет она. Не тянет. Не тянет, потому что она заскрипт. А, я знаю, что она делает. Вот она что. Я пока не разобралась. А, видишь, на телеге тоже моток. Ну, почти. Не знаю, зачем я это сделала. Сделала, потому что могла. Так. Так а в чем прикол? Надо бы её в чем какую сторону поворачивать. Вот. Что я наделала? Все. Свежи матки. Почти. Не. Надо стоять около одного матка. Ага. Стрелять в другой. Да, попробуем. О, круто. Даже механик, что произошло. Починила. Знаю бы, куда разворачивать эту городскую тележку. Ну, давай. Вот так вот. Не, еще. Мне кажется, вон туда да. Вот, вот туда надо. Вот. Не. В смысле, не. Вот так вот, да. Погоди. Столкнуть ее, что ли? Надо наоборот подтянуть. А смысл? Разгона. Ну почти. Видишь, она не может. А если ее развернуть задом? И толкать с этой стороны? Не, видишь моток на ней? Подожди. Дай ты не попробовать. Хорошо. А как ты убегать будешь? Когда она будет на тебя катиться. В сторону не судьба отпрыгнуть? Наверное. Мне просто кажется, что может быть так будет легче. Там рука. Смотри, справа рука. Дай 5. Пятюня.
Давай с разгона. Газу, газу давай. Смотри, как прокручивается колесо. Короче, каменное фигня колесо, все это. Ну что, ковальский, варианты. Погоди. Черт. А, не, не черт. Ну и чего? Дай подумать. Бум-бум-бум. А, слушай, я, кажется, придумала. Ты прикинь? Ну, давай. Иди. Это теория. Чуть-чуть. Теорию надо говорить. Это сейчас уже будет практика. Так. Вот так-то легче. Ща мы ее отправим в свояси. Пока-пока. О, ну ты чего, только что эвка была. А, дебильное управление, я не могу просто. Вот только странно, почему она крутит большое колесо, чтобы крутить маленькое? Получается механизм мультипликатора. Ура! А не редуктор. Она не облегчила себе подъем, а наоборот усложнила его. В любом случае, я это сделала. Телега пропала? Куда ты улетела? О, а я-то на нее надеялся. Она че? Она какая? Она мне? Так. Тут за телегой ничего не было, кстати. Да, нет. Ладно, тогда погнали дальше. В любом случае, мне надо вот сюда. Разве? А куда? Ей больше некуда. А, на ту. Да. А, на ту, да еще допрыгнуть надо. А. Может быть, кстати, может быть. Справа. Она стала выше. Ю-ху! А, надо ее выше поднять. Да. Сначала на тот полок, а потом ну вот, полок. Теперь он поднялся. Сейчас сообразим. Держись. Так, погоди. Он обратно ушел вниз. Лестница. Лестница. Ага. Значит, мне надо на лестницу. Так, не спеши. Фига. Жесть. Я думал, сначала надо было тот опустить, потом быстренько сюда подняться. Надо было просто осмотреться получше. А точнее, надо было, может быть, посмотреть ролик. Я вспомнила, что в ролике что-то такое было, начала осматриваться. В смысле, в трейлере? Нет, в ролике, когда я покатила телегу, когда телега поехала. А, ну это да. Что на лестницу надо запрыгнуть, только я думал, что она не запрыгнет. Йо-хо! Столб покрашен в красный, белый цвет, там, краска. Отлично. О! Опасно, как обычно. Летучие мыши. Я-то думала, они милахи. Они тоже испугались. Ну да, не поспоришь. Нужна веревка. Мы спускаемся вниз. Опа, неужели это календарь? Иона. Да, я тут. О, связь. Связь еще работает. На ней ларец. Надпись гласит: «Серебряный ларец Ишчель». Вот что хранят в тайном городе. Это легенда майя. Здесь сказано, что ларец призовет Кукулькана. Кукулькан. Бог созидания. Так вот, что ищет Тринити. Это еще не все. Похоже на череду бедствий. Цунами. Бегу. Землетрясение.
извержения вулкана. Вот тебе и бог созидания. Бог созидания. Вулкан считался богом созидания и разрушения. Камешки. Похоже на созвездие Гидры. Созвездие Гидры. Но звезды не на своих местах. Да, ладно. Головоломки? Сейчас сама повернет, нет? А то я забыл, как выглядело созвездие Гидры. У нее в записях было, на фотках. Mm-hmm. Она сама догадалась. Вау, а там мини-бар. Это чикенжал? Ну да. На нем есть надпись. И голову откусывает себе. Открывает путь к очищению. Пынька обратно закрылась. Не получит ларец. Давай все. Черт! Лара, к тебе идут патрульные. Здрасте, приехали. Встречаем гостей. Да? Ну, хватай. Хватай и беги. Что? Как? Что? Что? Все? Что? Сейчас все развалится. Как она его вытащила? Просто дернула вверх и на себя. Я думаю, она дернула только на себя, только поэтому на мне себя. Интересно, как она вытащила. Она сначала дергала на себя, а потом дернула вверх и на себя. Так, ладно. Иона, поднимись повыше. А сзади нет ничего? Ты его взяла, да? Помнишь, мы еще одну фитюльку не нашли? Так. Они скоро будут. Давай осмотримся. Кто? Не вижу ничего. А там в начале. Да, вот здесь вот. А, нет. Да, можешь выйти? Могу выйти. Здесь фитюльки нет? А, кажется, нет. Не вижу. Нет, не вижу. Ну, наверное, дальше пойдем. Так, давай, выбираемся отсюда. Так, здесь ничего нет. Пусто. Ага, ночной. Кошмар. Копай. Яху! Я слышу, сегодня будет. Палил. А чем я, по-твоему, занимаюсь? Я вот как раз проверяю насос. Проверяешь насос? Ладно. Надо убедиться, что все работает как надо. Так. Конечно. Здравствуйте. Здорово. Ох. Не это просто воткнула, еще и довела сюда. Дела с насосом? Круто. Как дела? Закончил с насосом. Нашел время дурачиться. Хм, интересно, ему рацию можно отвести? У него нога в жопе. Ты в лифте застрял, что ли? Ногу в жопу затолкал. Отличное название для видео. Так. Лифт не попасть, да? Или... Еще. Чтоб ты на лифте каталась, да? А почему нет? Ну ладно. Я по-другому поднимусь, в принципе. Помоги подготовить освещение. Ой, как вы надоели. Местных рабочих живых не местных рабочих живых не оставляй. Здесь так. Черт. Мы это предусмотрели. Убедись, что сектор зачищен. Так. Он ушел. Иди в кусты. Не знаю. Говорят, приборы тут зашкаливают. Давай зачистим сектор. Здесь, кстати, нету сзади висюльки. Вот. К нам инспекция готова. Висюльки здесь нету. А вот подстрелить этих уродов можно здесь было бы. Вот. Сейчас, может быть, он сюда пойдет. Нет? Ну, возможно, патрулирует. Сейчас докурит. Сейчас, погоди.
там точно никого нет? Верно. К нам инспекция, готовьтесь. Ты там чувствуешь, да? Там бутылка есть. Все загрузили. Загрузили. Да ладно! Черт! Нет, не прикалывается. Самый известный момент, любит она. Да! Как обычно. Черт, не волнуйся, я его починю. Лампочка лопнула. Если Домингесу придется нас ждать, он нам задаст такую трепку. Я поугараю, если я отсюда в него попаду. Я бы не рисковал об этом. Да я не буду... Давай, пусты слева. Ага. Операция Blackout идет с опережением графика. Самин, будь. Понял. Того левого или правого? Сначала этого, я думаю. Как меня бесит этот... Ой-ой. Я точка. Да ладно, не успела выстрелить. Буквально секунды не хватило. Взгляну на генератор. Освещение так. Понадобится, когда туда спустится Домингес. Пожалуй... Вали его сходу. Как думаешь, что здесь? Не знаю, но говорят приборы тут зашкаливают. О! Готов? Инспекция, готов. Черт, не волнуйся, я его починю. Что-то затянулось. Если Домингесу придется нас ждать, он нам задаст такую трепку. Так, больше так не будем рисковать. Кто это там у ворот? Археологи уже здесь. Уже... Можно бросить предмет. Бутылку. Ага. Операция Blackout идет с опережением графика. Так, в любом случае я... Меня бесит эта отсталая страна, ни хрена не работает. Не видишь меня, да? Ему больше интересен мёртвый друг. Отлично, можно осмотреться. Теперь он сам мёртвый друг. Как его, прямо как его мертвый друг. Ох, я слышу кого-то. Мне это не нравится, вообще не нравится. Ну, с одной стороны. Грязище вся, вообще жесть. Что? Такое говнище перемазано. Ой, я передумала. Может, просто их обойти? Попробуем. Я бы, наверное, не очень хотел ходить. Может быть, справа? Погоди. Да, не надо было лезть не в свое дело. Вот это тоже непонятно. Они все разбегаются. Лагерь — это лидер гаммы. Где подкрепление? Не надо мне заливать, сектор зачищен, но нам нужно прикрытие. Наверняка это кто-то слышал. Надо проверить. Я не собирал прямо сейчас рыбу. Она не может долго удерживать. Сказать местным, что мы подстрелили бешеную дикую кошку и ищем других. Задержим их сколько сможем. Да блин. База, вы пропадаете. База. Мы найдем того, кто это сделал. Черт. Это была плохая идея. Ау. Я же его убила. Просто ранила, может. Попробую просто вырубить. Подожди, пока они разбегутся. Ты,
за полицейской волной. Когда доложат о звуках стрельбы, сообщи. И ножом их всех. Рурк и подкрепление почитать. Уже в пути. Нужно подготовить все к их прибытию. Чертовы археологи. Конец от них избавиться. Они уже долго туда не сидят. Здравствуйте. Ну, кое-что не нашли. Надеюсь, она того стоила. Да, не надо было лезть не в свое дело. Сейчас этот справа убежит. Вот, давай, иди, бери, забирай того, что слева. Лагерь — это лидер гаммы. Где подкрепление? Нет, просто забирай. Не надо мне заливать, сектор зачищен, но нам нужно прикрытие. Давай, давай, не-не-не-не. Давай, 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 он направо будет смотреть, помнишь? Вторая часть плана. Быстрее, сейчас он поменется. Поняв, сейчас. Кошку, ищем других. Так может я его... Нет, я его не сниму. База, вы пропадаете. А, сейчас он сюда подойдет, я его сейчас уберу. База, ответьте. Подойдет. Давай, иди сюда. Урод. Все, они успалили. Что третьего нету. Может посмотреть там? Черт. Надо было сразу убирать. Подожди. То, что вы тоже что... Справа. Жди. Жди. Полили. Черт. Драться она не умеет, да? Нет. Ну, F-кой, F-кой. Махать этим топором, дедором. Ладно, еще раз. Забираешь вот этого? Погоди. Как только тот отпор... Воу. Как поговорим. Это... Быстро слишком. Иди погуляй. Ну, кое-что они нашли. Надеюсь, она того стоила. Да, не надо было лезть не в свое дело. Все, забирай вот этого. Лагерь — это лидер гаммы. Где подкрепление? И тут же иди того. База вызывает раздумки. Ответьте. Ага. И наверх забирайся. Отлично. Верхнего. Погоди ты. Все, чисто. Отлично. Всех убрала. Можно бы брать. Да. Не можно, а нужно. Вот я вот этого прыжка вообще не понимаю. Прыжок такой вверх и назад возвращаешься. Как? Того я уже обобрала. Первого? Да, сразу обобрала. Я успел. А, ну ты там ждала. Время проходило, да. Так, ладно. Сверху. Начинать легче. Тем более там было что луки. Просто подождем. Да, понял. Вот чёрт. У нас нет времени. Наша задача захватить ту стену. Ничего хорошего, но хорошо. Погода быстро испортилась. Па, тебя погода волнует? Ну, у нас всё испортилась погода, да? Патрончики, аптечка. Отлично. Ночка будет долгой. Так, ребятки. Трое. Вот, еще один. Вижу троих. Это что у нас? Бочки. Что они делают? Что-то не так. Но тут утечка. Отвлекает. Прием. Мы видели столб огня. Контакт подтверждаем. Это кров. Открыть огонь. Воу-воу. Нет. На живых меня в ней оставить. Твою мать! Вас понял! Вижу цель! Фига они в сеточке. А, у тебя не так много патронов. Вот, как слышите, противник ликвидирован. Сколько? Я ведь буду мстить. Укрытие не забывай. Двигай, двигайся. Граната, бегай, бегай, бегай. Вижу, вижу, вижу. Вот назад, назад, блин, да что ж ты такая неповоротливая? Да. Ответка. Давай, не жалей, что ты её убьёшь!
Как-то есть клавиша на другое плечо. Слышишь? Не выходи. Сейчас. Правым плечом. Что? Да ладно. Что? Я что не было? Выходила. Так. Да серьезно. Уходи, 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 уходи. Граната, беги! Все, все, стой, стой. Красава. Вот там еще один торчит. Вижу. Сука, что же такой быстрый? Давай, давай. Ау! Что да ладно! Ну это из-за гранаты, наверное. Я же не знаю, сколько у меня граната сняла. Ну, если экран черно-белый, то это хреново. Да. Ой, блин. Не-не-не-не. Все, нормик. Все, надоели. Это у тебя мышка не слушает. Очень резко. Граната. Опять! Не-не-не-не! Да ладно.